Семку. Ну что, ребят, продолжаем наше выживание. Давайте по-быстрому я покажу, что у нас тут новенького. Что я тут добавил. И поедем дальше исследовать острова. Потому что мне нужно найти с вами вот такие вот шестеренки. Где они? Вот они, продвинутые детали. Мне, по-моему, нужно 8 штук, чтобы открыть 4 уровень. Да, 8 деталей нужно. Где их искать, я, честно, без понятия. На третьем уровне у нас есть сетки. Генератор, зарядное устройство, лампочки и, в принципе, бесполезная штука. Ну, батарея может быть, да, но у меня, по-моему, если не ошибаюсь, мало деталей. 18. Да, их маловастенько будет. Блин, нужно куда-то дерево скинуть, а у меня... А у меня места нету. Я все никак не наведу порядок. Так, давайте попробуем скинуть его сюда. Чтобы не выкинуть... Ага, ага. Ага, ага. Ну, ладно. Потом разберемся. Может, буду тратить, потом разберемся. Так вот, я говорю, нужно найти эти шестеренки, чтобы открыть и посмотреть, что здесь есть. И я хочу, наверное, с вами... Наверное, с вами поставить маленький генератор. Для того, чтобы использовать это, как его... Как эта штука называется? Где ты? Переработчик, да? Да, стол переработки. Я его вот ее все построил, но без электричества я не могу ничего сделать. Поставил себе наковальню. Думал, на наковальне мы сможем со слитков делать себе эти, как его, железо, листы, поняли? Ну, нет. Наверное, на переработчике это все будет. Так что давайте, наверное, попробуем сейчас. Что нам нужно? 3, 6, 6. Вроде хватает. Так, так. Ага, а у меня деталей, да? Нету. Да. Ну, значит, не проверим. Если сейчас нафармим, то в конце... В конце видео мы с вами попробуем его все-таки поставить генератор и посмотреть по поводу переработки, потому что мне нужен в основном вот такой вот металл для постройки своей там, ну, базы в дальнейшем. Сделать, к примеру, эти, как его, где ты? Блин, где ж ты находишься? Короче, где-то у меня есть штука, чтобы я могу делать себе компоненты. Только где их делать, я уже и не помню, на каком столе я могу себе делать компоненты. Если честно, пару дней в игру не играл и уже забыл. Ну, вроде ж где-то было. Вроде ж где-то это было. Так, погоди, а ну... Погоди. Ну тут у нас потрошки, да. А где ж я видел? Так, поставил себе две плавильни. На всякий пожарный. Блин, где-то ж это было. Ну, я ж не мог забыть, правильно? Крыться не знал, еще и забыл. Угу, угу. Нет, здесь у нас броня. Здесь наковальня, здесь переработка. Странно, странно, странно. Вроде же где-то ж было она. Так, краска, кожа. Кожа, краска. Ну и, в принципе, я думаю, ну ладно, да? Потом уже найдем. Но я помню, что где-то мы могли с вами производить это все. Только где конкретно вспомнить не могу. Водичка, стол для переработки. Хм. Интересненько. Ну ладно, ладно. Разберемся. Так, давайте, наверное, в лодку. Только дай посмотреть, взял ли я с собой факел. Нет, я с собой факел не взял. Давай возьмем факел, потому что мало ли ночью будем мы с вами строить. То есть не строиться, а разведать остров. И факел нам может пригодиться. Все, я по максимуму в запасе. Сейчас тогда будем, если что, на острове брать с собой компоненты только. И попробуем найти шестеренки. Так, давай факел сюда, давай занямаем, сразу восстановим энергию и посмотрим, куда мы с вами поплывем. Так, чертежи, ага, не все чертежи у нас есть. Так, если мы здесь, давайте, наверное, куда-то в эту сторону. Наверное, куда-то вон туда, а там разберемся.
мне бы шестеренки, и было бы хорошо. И вот это значит, что думаю, если бы я знал бы, что изначально здесь можно строиться на воде, я бы, наверное, под острова сюда провел бы дорожку такую и выстрелил бы себе огромную базу железную. Ну ладно, уже. Уже маем, еще маем. Хотя было бы неплохо, можно было здесь огромную базу на воде построить. Так, надеюсь, мы с вами правильно плывем, да, сюда налево куда-то. Сюда куда-то налево. Так, деревня, окей. А, да, сделал я себе акваланг, как видите. Что я могу сказать? Я думал, что он будет восстанавливаться, а оказалось, что... Оказалось, восстанавливаться он не будет у нас. Да. В принципе, немного он занимает у нас, кажется, место по деталям. Ну, тут один железный слиток, компоненты и резина. А вот с компонентами и слитками еще как-то более-менее нормально. А вот с резиной плоховасенько все. Да, перед записью, получается, на меня рейд был. Ну, опять на мой остров я отбился. Так что у нас 3 игровых дня свободных есть. Так, деревня, что-то это же деревня, правильно? Это ж ты? Нет, нет. А что за деревня? Я ее проплыл. Что за бред? Где деревня? Или она под водой? Угу, интересно. Или вот это вот и есть деревня вся? Так, где значок деревни? Давай смотреть под водой. Так. Стопэ. Ну да, ну да, это деревня. Давай мы тебя починим и давай смотреть. Ага, вот это вот деревня, да? Ладно. Посмотрим, это возьмем, пригодится. Акваланг пока мисс использовать не буду. Пока мисс не буду использовать. Мало ли, придется долго погружаться, чтобы у нас была возможность это делать. Так, это заберу. Ладно, потом это выкинем. Чтобы оно исчезло. Чтобы мы знали, что мы лутали, что мы не лутали. Забрать все. Это нет, это нет, это не надо. Так, всплывать, всплывай, 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 всплывай. Умничка. Блин, а что за локация такая маленькая? Ага, ля. По полям, по полям. Синий трактор едет к нам. Стекло. Вот стекло я заберу. По поводу металла не знаю, но стекло мне надо по-любому. Хорошо, хорошо. Так, машина, пикап, ну там по-любому, наверное, будет железо, как обычно. Давайте так быстро прошуршим. Что у нас тут? Металл, да, металл, металл, металл. Возможно, если мне не будет лень, может я и построю себе новую базу. Возможно, я построю себе потом новую базу, а может и нет, посмотрим. Так, всплываем. Ладно, пока мы из воздуха набираем, хочу посмотреть. Ага, вот еще тут что-то есть. Нужно буду досплавать. Потому что тут что-то чересчур быстро темнеет у нас. А можно мне компоненты, а не металл? Ну ладно, и металл тоже хорошо. Окей. Ну я так понимаю, здесь шестеренок мы с вами не найдем. Давай тогда еще сюда проплывем. Если тут ничего не будет, поплывем на следующий остров. Так, помоечка. Помоечки должно быть что-то вкусненькое. Ага, монетка, компоненты. Хорошо, и дерево дали. Так, отлично. И хотя бы пару штучек. Давай стекла. О, стекло, хорошо. Так, 3, 2, 1. Всплываем. Все, поплыли на следующий остров.
Так, тихо. Не надо это здоровье терять. Здоровье терять не надо. Давай мы с тобой понямаем. О, отлично. А это у нас восстановит? Не, водичку не восстановит. Ну ладно. Водичку мы с вами взяли. Так, это хлам. Это тоже хлам. Все, поплыли на следующий остров. Давай, наверное, посмотрим, что у нас тут есть. Давай выпьем водички. Это мы заберем. Денежку мы заберем. Только давай делать так, чтобы было все красиво. Так, семена, резина, да. Червячки нет. Уголь нет. Пусть будет изолента. Тряпочка на бинты пойдет. Это, в принципе, и стекло. Все. Все, поплыли. Нам сюда, по-моему, да? Нам, по-моему, сюда. Да, нет. Значит, сюда. Просто не могу понять, почему на карте это не отмечено. Блин, может реально попробовать возле острова отстроить себе базу нормальную, металлическую. Единственное, что мне нужно, это узнать, как делается конкретно вот это вот металлолом. Если в переработчик я положу слиток металла, интересно, я добуду или нет? Если да, будет отлично. А если нет, то придется, наверное, к этому, к торговцу плавать и закупать. Но у него в основном там по 40, по 50, а я использую как раз по 200 где-то за раз. Так, обнаружено место склад, ага. И тут есть челики. Так, здесь у нас что? Давай, наверное, винтовку мы положим с тобой вот сюда. Ну, то есть, если нас с вами сейчас случайно мэкнут, то мы сможем поплыть к лодке. Поплыть к лодке и быть сразу вооруженными. Так, хорошо. Остановись-ка. Остановись-ка. И пошли. Это что? Это металл? Нет, это не металл. Так, 111 патронов. Отлично. Отлично. Главное, чтобы сейчас тут жестких типов не было. Потому что я реально не хочу опять по 200 раз туда-сюда возвращаться. Это по большому счету недалеко отплыли, но все равно. Как-то не горю желанием 4 серии подряд. Ага, о, музыка начинается. Плавает туда-сюда. Так, блин, если бы у меня на винтовке был бы X4, было бы вообще хорошо, я бы издалека снимал бы. Ага. Все, минус один, да? Да, минус один. Блин, наверху, да? Наверное, там что-то есть интересное. Давай попробуем сбегать. Я начал замечать, чем больше я строю себе домик, тем больше мне начинает лагать. Сломанный дробовичок. Окей. Здесь у нас что? Пудинг, и да, окей, все. Мне нужны продвинутые детали, эти вот шестеренки. Дробовики, конечно, это хорошо, но самое главное мне найти эти детальки. Так. Надеюсь, тут никого нет. Ага, а я зайти не могу. А я не могу сюда зайти. Я присел, вот видите. Алло, а дай, пожалуйста, ящичек. Игра. Игра, пути. Ну, пути, ну, пожалуйста. Ну, путь. Понятно. Спасибо, игра. Спасибо, пожалуйста. Блин, надо было того тела залутать, которого я только что мэкнул. Я, наверное, с вами потом металл этот скину. Он мне, в принципе, пока не нужен. Так, а где твои друзья с оружием? Скажи мне, пожалуйста.
Где твои... А вот и твои друзья с оружием. Понял, понял, понял. А ты где? Где ты конкретно? А как ты меня сквозь стены простреливаешь? Тихо. Тихо, 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 тихо. Все, все, все хорошо. Не переживай. Дон достали библиотеки. Так, давай залутаем твоего друга. Давай залутаем твоего друга. Скушаем что-нибудь, давай. О. А где второй твой друг тут был? Вот иди. Та ты шо, сигара. Так, здесь у нас, как обычно, мусор. Мусор, мусор, мусор. Блин, нужно... Нужно себе строить электрическую, наверное, штуку, чтобы у нас была энергия, чтобы я мог спокойно заряжать себе... Так, это ты кто? Ты кто? Да, я узнаю. Ага, медь. Ну, медь я не знаю. Ладно, давай возьмем. Пока суть доделать, все равно сейчас стемнеет. Медь нам все равно пригодится. По поводу металла не уверен, но вот медь пригодится. Так, место у нас есть? Ага, места у нас больше нету. Тогда давай нямаем полностью. Это мы тоже нямаем. Клубнику, семена я выкину, но в принципе не нужно. Дерево три штучки тоже. А дальше разберемся. Дальше с вами разберемся. Так, ну шо? Кто тут и где тут? Кого тут? Блин, а можно... Ага. Тихо, тихо. Так, до побачення. А ты кто? А ты кто? А ты где? Так, ну тут металл. А у тебя? Ля, сломанный полицейский шлем. Окей. Давай. Давай, давай заберем. Тихо, тихо, ты где? Ты где? Просто скажи, ты где? И я тебя мэкну. Ага, ага, понял, 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 понял. Понял, 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 все серьезно. Очень все серьезный парень. Ты и слева еще один там тело. Еще слева один, одно тело было. Я же заговариваться начинаю. Ой, ё-мо, еще справа. Нет, игра, пожалуйста. Нет. Игра зависла, да? Алло, игра? Это игра или компьютер? Нет, это игра. Так, ребят, вы как видели, у меня вылетела была игра. И что-то меня зареспило на этом месте, где мы с вами плавали. Так что... Давайте поплыли заново. Так, у меня было 111 патронов, да. Придется сейчас все заново разбираться с этими челиками. Блин, ну хорошо хоть так. В принципе, хорошо, что так. Я не ожидал, что у меня реально крашнется игра. Первый раз что-то с ней такое. Да, и... А тут у нас... Ага. Не помню, что я лутал, но я что-то, я помню, лутал. Ладно. Хотя бы шестеренки, хотя бы стекло. Ладно. Поплыли. Тем более по очень большому счету я ищу продвинутые себе шестеренки. Просто если там на четвертом уровне не будет, не знаю, там ракеты, чтобы я мог на Марс улететь, я расстроюсь. Склад. Ну, блин, ну на складе же должно быть что-то интересное должно быть. По идее. Пока не забыл, надо факел с собой взять. Потому что я себя знаю. А можно, чтобы тех челиков, которых я уже, так сказать, мэкнул, чтобы их там не было? Так, нельзя использовать под водой. Ну, в принципе, можно, но это бесполезно будет. Так, ладно, пока мы медь ничего трогать не будем. Хотя, я таки извиняюсь, но... Ну надо, надо. Хоть чуть-чуть, но надо. Потому что где у нас находится железо, я-то знаю. На каком острове. А где у нас медная руда?
находится? Я, честно, без понятия. Так, здесь у нас, по идее... Да, электронные компоненты, они нам тоже нужны будут. По-любому. Так, тебя можно залутать? Ага, два раза. Давайте смотреть, пока мисс рассвет. Ага, ага, да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да, по-любому. Так, тряпочку. Ты чего, ты чего? Вот таким быть. Фу-фу-фу. Так, до побачення. Спину, да, стреляешь? Спину, падла, стреляешь. Да сколько вас здесь? О, бинтик. Бинтик мне пригодится. Бинтик мне пригодится. Это где? Вот они стоят непонятно. А где? Не найдешь. Алло. Ну ты где-то в меня стрелял только что. Ладно, ладно. Ну вот. Да погоди ты, погоди, погоди. Дай с твоим другом разобраться. Ладно, мы тебя еще вернем. Да шо ж такое? Ага. Понял, зайчик. Ты наверх, да, запрятался? Окей, а как ты сюда залез? А как ты сюда залез, если я сюда не могу залезть? Не могу я сюда все-таки еще залезть. Как-то он это сделал. Мне интересно, только как? Так, а ты где? Ну, еще раз. Во-во-во. Да ты шо, ля. Все. До побачення. Да-да-да-да. Так, что у тебя тут? Ага. А у тебя ППшка, да, в руках, я смотрю? Да, 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 сейчас, погоди, я только немножко резинки нафармлю. Чтоб у нас с тобой был безопасный разговор, так сказать. Чтоб, как говорится, я вошел в тебя на увесь. Ну шо, шо ты там? Ага, потрошки, отлично. Так, полицейской машинке тоже есть потрошки. Пригодятся. Ого. Та, ля, живем. И вроде бы еще, да, где-то один тут? Это вроде бы еще один. Стекло хорошо, ткань тоже, в принципе, нужно. Ага, где-то еще один тут. Так, а что мы можем занимать что-то? Можем. Так, Арчик, попадай, пожалуйста. Попадай, попадай, попадай. Так, сенсу на оружие не выставил. И теперь мажем. Ну ладно, вроде нормально. Вроде даже справляемся. Еще один, да? Сейчас нужно... Ага. Нужно до темноты с ними разобраться, чтобы я мог спокойно ходить. Ага, вон еще один видел. Выгил, 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 выгил. Так, а еды у нас с вами нету. Жалко. Так, здорово, братюня. Как оно? Как оно? Хорошо, да? Ты со снайперкой был. Ну, в принципе, все. В принципе, со всеми разобрались. Давайте, наверное, молоточек мы положим сюда, а факел мы поставим вот сюда. Все, по идее, тихая музыка. Так что давай берем в руки факел и ходим ищем. Что нам надо? Не, металл мне не нужен. Тебя я возьму по-любому. Угу, тряпочка. Бинтик. Понял. Давайте смотреть. Можно мне улучшенные детали? Так, кто ты? Ага, не, металл не надо. Улучшенные детальки, улучшенные шестеренки.
Это да, это да, да. Допустим, допустим, все. Давай тогда металличку выкинем, а тебя мы сигнальный возьмем. Мало ли, придется подсвечивать. Так. Во, во, ребят, мы нашли с вами клад. Прикольненько. Это мне надо, это хорошо. Обои даже есть у нас. Угу. Так, чтоб тебя, как бы тебя, вот так. Так, у нас есть с вами обои, отлично. А где они у нас? Где наши обои? И как их делать? Так, чертежи, обои, 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 обои. Вы где? Все, где обои? А, вот обои. Ну, как-то же я их могу делать, правильно же? Так, армированное окно. Во, обои желтые. Ребят, живем. Окраску мы можем с вами делать. Каким образом? Каким образом краску мы сможем с вами сделать? Где она у меня была тут? Ага, химическое вещество. Да ты шоля. Так, настенные часы, отлично. Зеркальце, да. Металл, давайте я оставлю. Заберем патефон, заберем лошадку. Металл мы с вами еще, я думаю, нафармим, правильно? Тем более у меня дома лежит полный такого. Полный ящик металла. Давай побежали в лодку, наверное, скинем все самое ценное и продолжим дальше. Хотя я говорил, что я ищу шестеренки, ну ладно. Это все же жадность. Так, химическое вещество, дай мне сюда. Да. Все, металлолом, 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 отлично. Сейчас как раз проверим, горит ли факел у них под водой или нет. Так, это что, я типа замерзаю? Ты это прекращай. Так, оно. Не, не горит. Ну все, не должно быть холодно, я же. Типа с факелом же. Так, давай смотреть лошадку. Патефон, картина, зеркало. Так, дай сюда, надо попить. Дай сюда, надо поесть. Так, надо, 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 по-любому надо. Не уверен. Надо по-любому, надо по-любому. Ну все, так. Идемте. Идемте дальше лутать. Холодно, да не холодно, не выдумываю. Я возле огня бегаю. Ну я же возле огня бегаю, все. Давай, размерзайся. Главное, сейчас не забыть, что через 2 дня на мою баску опять нападут зомбаки. Так, на первом складе мы были. Давай посмотрим, что во втором складе. И отправимся на следующий остров. Так, тут мы были. Давай сюда. Все, 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 все. Не задыхайся. Осмотреть. Угу, угу. Ну, это такое, что надо. Давай, наверное, мы с тобой, знаешь, как поступим. Мы возьмем... А где ты? Вот ты. Да? Нет, не ты. Не ты, не ты, не ты. Ты... А, мне не хватает одной деревяшки. Я хотел костер сделать. Ну, ладно, давай, Дара. Исчезни. Так, здесь у нас кто? Стекло. Отлично. Отлично, потом все остальное выкинем. Так, бензин, да, бензин мне нужен. Химическое вещество. Блин, самое интересное, то, что вот эти вот штуки, ну, вот это вот зеркало, которое я могу себе дома вешать, я не могу их переносить. Ну, то есть, разработчики, добавьте возможность переносить предметы, потому что это нужная вещь. Так как я могу их только чисто разрушить. Все, переносить я их не могу. А я уже на свою базу, на ту, что я построил,
потратил много всего, и разрушать просто так как-то не очень сильно хотелось бы, если честно. Ну, то есть, если я буду строить, к примеру, себе новую базу, если буду, то не хотелось бы я все сносить под ноль. Ну, все, мы здесь были, правильно? Правильно. Остров зачистили. Шестеронок крутых тут нету. Ладно, поплыли. Тогда на следующий остров. Пойдем на следующий остров. Угу. На следующий остров у нас аж в конце где-то здесь. И метку я не могу ставить. Вот это вот плохо. Ну, то есть, чтобы я мог ориентироваться, к примеру. Куда мне плыть, куда не плыть. Блин, сейчас факел потратится, да? Так, ну вроде у нас светлая ночь, так что я думаю, можно... Можно и без факела. Блин, а я забыл, а чего мне не хватало, чтобы построить себе этот генератор? Чтобы у нас электричество было. По-моему, вот этих компонентов, да, нам не хватало? Если не ошибаюсь. Так, во, компоненты хорошо. Зеркальце, блин, две штуки. Ну пусть будет. Столик тоже хорошо. Это мы выпьем. Это мы положим. Стекло. Монетка не влазит. Резина есть тут? Нет, резины нет. Давай, наверное, мы с тобой заберем дерево. И положим сюда. Делаем вот так. Дерево выкинем. Оно нам не надо. Ну все, в принципе. Место немножко мы подосвободили. Немного, но нормально. Так, давай. И куда нам плыть? По-моему, вот сюда, да? Сейчас нужно будет Тихо, пожалуйста, не надо. Нет, ну только не... Так, ну это уже не смешно. Реально второй раз вылетело. Если сейчас третий раз оно вылетит, то... В принципе, я думаю, на этом игру мы с вами и закончим. Так, ладно, давайте, наверное, сложим все, что у нас есть. Я уже не буду бегать дальше опять долутывать. Все, что взяли, все, как говорится, все мое. А все остальное уже, ладно, не важно. Так. Либо игра намекает, что пора заканчивать, либо я не знаю, ну... Блин, ну второй раз уже вылетает. Так, давайте договоримся так. Если еще раз вылетит, то... В принципе, как говорится, будет финальный финал. Если нет, то может еще пару серий запишем. Не будем загадывать, как говорится, раньше времени это все. Может, правильно плывем? Я надеюсь. Да, правильно. Хорошо. Тем более я отправлялся за продвинутыми шестеренками. Я-то могу в свободное время, к примеру, поездить по этим островам и долутать их, если прям нужно будет. Ну а так мне нужны продвинутые шестеренки. Я же просто хочу посмотреть, что там будет на четвертом уровне. Так. А мы с вами замерзаем. С вами замерзаем, ребятулечки. Так, а ты кто? Ля, какой остров прикольный. Так, а ну давай выключим. Клан спасения. Тут тоже клан спасения. А как мне к вам? Ага. Понял. Понял. Тихо. Блин, я замерзаю, Арчи, тихо. Не. Сундучок. А еды у меня больше нету, да? А еды у нас, по-моему, больше нету. Я еще и замерзаю. Блин, падла. Ага, приплыл. Ага, да. Блин, а. А можно мне как-то это все, чтобы я не замерзал, можешь попрыгать, надо.
Хотя навряд ли, конечно. Ну ладно, а ну, ну может мне что-то еще есть там? Может... Нет, тихо. Нет, 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 Арчи, ты чего? Арчи, Арчи. Уплывай, 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 уплывай. Все, 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 все. Уплывай, сундук, еда, еда, что-нибудь, пожалуйста, из еды можно, у меня нету ничего. Мы с вами откисаем, да, мы с вами, ой, мы с вами откисаем, пожалуйста, но нет. Да отстань ты от меня. Ладно, домой. Домой, домой, домой. Все, 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 до побачення. Так, а здесь есть что-то? По-любому там кто-то есть. Ладно, поплыли домой. Должна будет сейчас с собой взять еды. И вернуться днем как раз рассказать, в чем они были неправы. Сейчас, буквально, буквально пару минут, ребят. Подождите, пожалуйста. Просто реально на крапулечку это все было. И самое обидное, то что у меня рыболовная сеть моя не работает. Ну то есть, что мне еду приходится добывать вручную. Ага, тут мутанты. Ну тут вроде ничего нету. Что мне приходится это все добывать вручную. Ну то есть, выращивать и ловить рыбу под водой. Так, а что у меня с лодочкой? Беда-печаль, да? Так, а что я хочу? Я хочу взять вот так. Да, 160... Ля, чуть не потопили. Чуть не потопили наш Титаник. А что такое? Отпусти меня, пожалуйста. Так, как говорится, отпусти меня, пожалуйста. Вот, все нормально. Сейчас, ребят, я на рассвете к вам приплыву. Сейчас как раз выложим. А вот и, а вот и рыбка. Мне пожелательно ее поймать бы. Желательно поймать и пожарить. Но вроде бы как у меня осталась еда. Вроде бы как бы осталась у меня еда, да? Так, бензин заберем, 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 заберем. Это заберем. Это нам, ладно, пригодится. Пусть будет водичка. Да, да. Заберем все по максимуму, выложим. Бинты пусть тоже остаются. Все, побежали. Побежали, побежали. Ага, это понял. Блин, хорошо, что я себе пирс сделал. Что не нужно вот это сейчас оплывать, это все. Все, 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 все хорошо. Так, давай домой. Мы сейчас все выложим с тобой. О, деревья. Прикольно. Здорово. Да сюда. Давай мы с тобой выложим это все. Нет, не сюда. Не, погоди, где у меня резина? Ага, резины у меня нету, я все потратил, да? Вот резина. Так, резина, эта штука. Что еще у меня здесь? Стекло. Дерево пусть будет. Детали, во. По идее, деталей теперь нам должно хватить, чтобы сделать... Чтобы сделать нам эту, как его, генератор потом. Так, скотч. Ткань у нас здесь. Бинт тоже сюда. По-моему, вроде у меня бинт в лодке оставался, да? Никто не помнит. По-моему, оставался. Хорошо, давайте просто сложим. А потом уже будем с вами разбираться. Так, давай сюда, давай сюда. Потрошки. Потрошки пусть будут. Тоже сюда. Это сюда. Все, хорошо. Так, топливо. Нет, топливо мы заправим. И ладно, пока месть пусть тут побудет. Все. Отлично, отлично, отлично. Идемте с вами за рыбкой.
Да, заберем всю рыбку и побежали. Все, побежали. Только сложим еще с вами винишко. Все, поплыли. Поплыли обратно. Устанавливай давай энергию. Все, хорошо. Я надеюсь, у них там будет еда, что нам не придется опять заново возвращаться. Не, ну мы не себе не можем позволить это просто так все оставить. Нужно с этим разобраться. Так, по-моему, они там были, да? Все, поплыли. Поплыли, объясни, в чем они были неправы. Так, все, заправились. Так. Сейчас посмотрим, либо спехали, либо с винтовки с ними разберемся. Блин, а дайте мне X4 какой-то, я не знаю, либо... Либо X3. Насколько я понял, наверное, в этой серии мы все-таки не найдем с вами шестеренки. Нам придется, наверное, искать их в следующей. Ладно, сейчас этих тут разобрать. И не откиснуть. Вот сейчас бы на таком расстоянии с хорошим прицелом можно было бы их бы и... Можно было бы поснимать бы их. Блин, пусть у них будет что-то хорошее, чтобы я не зря сюда... Чтобы я не зря сюда плыл. Так, давай обходим немножко левее. Чуточку левее и... И вон, по-моему, одного челика вижу вдалеке. Так, бонжур. Как оно? Так, давай проплываем быстро. Да. Ой-ой-ой-ой-ой, страшно, страшно. Я злой и страшный серый волк. Я в поросятах знаю толк, да? Так, а если я... Ага, то есть бочка не взрывается. Ну, окей, окей. Так, а ты где? А ты где? Вон, наверху, да? Так, минус. Все, тихо. Тихо, пожалуйста, нет, ну ты же видишь, я перезаряжаюсь, ну так нечестно. Так нечестно, ты же видишь, я перезаряжаюсь. Да, хедшот, да? Хедшот, да. Так. Я попадаю. Не попадаю. У меня 78 патрошков. Блин, а чё она в текстуру куда-то улетает? Алло. Алло, Валентин. Так. Серьезно? То есть я тебе в бошку дал, да, а тебе все равно. Слышь, хватит там танцевать. Дэнс, бэби, дэнс. Я тебя сейчас, падла, кортиком зарежу. А что это такое? Алло, игра. Ну давай, спускайся. Ага, сквозь текстуру ты не хочешь, да, простреливаться? Ну все, ты не хочешь заканчиваться, не? У тебя нет желания закончиться. А что у твоего друга было? Ага, ничего, да? А у твоего? Колечко. Ладно, давай спускайся.
А я пока пофармлю. Мы же с вами никуда не спешим, правильно? Так, о, помоечка. Что в помоечке? Пусть еда будет. А, машинка. Машинка. Это что такое? Железная броня. Футболка. Оно? Да, вообще огонь. Нет, мне эта футболка больше нравится. Забрать, забрать. Потом разберемся, что выкинуть, что оставить. Ля, у них даже толчок тут есть, прикинь. Прикинь, я в шоке. Я в этом всем копаюсь, да сейчас, ну ладно. Ладно, ладно. Слышь, ты не хочешь откиснуть? У тебя нет такого желания? Вы не хотите дать мне что-нибудь? Что-нибудь ценное, не? У вас нет такого? Ой, ё-моё, ё-ё-ё-ё-ё-ё, какой ты серьезный парень, какой злой. А где ты? Алло. А, вижу, где ты. Только сквозь текстуры я тебя не прострелю. Ну ладно. Хорошо. Так, металлолом, понял. Так, а у тебя всякая ненужная штука. Короче, оно не простреливается. А здесь у нас бензин, да? Да. Здесь у нас бензин, а здесь у нас резина. Ладно, мы к тебе сейчас еще вернемся. Давай посмотрим. Еще одно колечко. Да, ля, какая у нас кроватка сейчас с вами будет. Вообще двухспальная кровать. Неплохо, неплохо. Так и хочется построить себе новую баску. Так, привет. Детали электрические, хорошо. Здесь у нас еда, можно пусть будет? Да, 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 ребят. Живем. Живем, живем, живем. Так, а как мне к тебе... Все, до побачения. Как мне к тебе подобраться? Так, бензин мне можно? Шикарно. Это за все мои страдания, что у меня вылетало. Ага, потрошка. Хорошо, тряпочка, хорошо. Сломанный пистолет-пулемет. Но у нас он уже есть. Я не знаю, нужен ли он нам вообще или не нужен. Давайте не будем брать, давайте. А вот детали я бы с вами взял бы. Так, что еще? Тряпочка мне нужна по-любому. Ну и все. Так, а снизу у нас... Все-таки спрыгну. Так, инвентарь полный, хорошо. Зато лишнее не будем с вами забирать. Так, а теперь мне нужно... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Все хорошо, ребят. Все отлично. Я пришел с... Я пришел с миром. Давайте дружить. Давайте. Тихо. Ага, понял, понял. Сейчас мы с твоим другом поговорим. А потом тебе. Так, ну полицейский жилет у нас есть, а вот патрошки... Патроны для пистолета не влазят, серьезно? Ну тогда дерево до побачення. Так. Что это у нас? О, химические вещества. Нам химические вещества нам нужны будут для этого. Для обоев. Для краски, для обоев. Откисни, пожалуйста, спасибо. Все. Если влезут, заберем. Если не влезут, значит не влезут, да? Так, вон что-то хорошее. Погоди, а как тебе? А как тебе? Во, это что такое? Голод. 40, здоровье. Чпуньк. Чпуньк. Все, отлично. Тогда вниз. Мне нужно здесь посмотреть. Шестеренки, пожалуйста.
Пожалуйста, шестеренки. Блин, как сколько много всего здесь интересного с вами мы нашли. Блин, а хотел не забирать это все, но... Давайте, наверное, сейчас мы спустимся с вами... Ого, вниз, да? Так, бомбочкой. Отлично, спустимся вниз. Сложим все. Ну, вы сами понимаете, что это же жадность. Так, футболочку нет, верни мне обратно. Угу, это так, так, вот так. Так, ну бензин мы с вами потратим. В любом случае мы будем заправляться. Тихо, что выпало? Отдай. Эта ткань выпала. Ты че выбрасывать? Ткань не нужна. Ткань мне пригодится в этом, как его, для постройки огорода нашего. Так, бонжур. О, за попсиколу спасибо. Так, ага. О, тихо, сейф. Ну, стопудово сейчас там 200 миллионов тысяч будет. Да? Ага. Ласты. Плавайте быстро, как рыба. Прикольно. А где они? Что мне нужно? Резина и скотч. Понял. Что это такое? Мне все-таки мои мокасины больше нравятся. Сломанный мотоциклетный шлем и неоновая гитара. Ну, давай заберем, чтобы оно исчезло. А там, если что, выкинем. Так, металл, химические вещества. Отлично. Где-то здесь вроде бы как бы где-то... Не, погоди, я ж не запрыгну потом. Где-то мы здесь, да, лутались, по-моему? Да, во. Ребят, у нас камин даже есть. А это что у нас такое? Современный садовный чего? Светильник, наверное, да? Да. И, наверное, ему нужно будет электричество. Так. Забрать. Бинтик заберем. Пистолет заберем. Мало ли, может... Продать сможем. Все, я больше ради бензина и химического вещества. Так, что тут у нас лишнего? У нас бензин не влезет. Наверное, бинтик все-таки. До побачення. Во-первых, бензин нам для лодки понадобится. А во-вторых, этот, как его, для генератора нашего. Так как я уверен, что здесь солнечных батарей явно нету. Юбка-карандаш. Ля, я мадама, да? Так, ладно, немножечко посерьезнее. Бинокль у меня есть. Тряпочку заберу. Ваза? Вазу неплохо было бы подмутить, я думаю, да? Давай, наверное, шлем мы тебе оставим, а я вазку заберу. Все. Отменялись. Никто ж не против. Где ты? А где это тело, с которым я... А, понял, у нас. Поплавать пошел. Хорошо. Но я думаю, никто не против, в принципе, будет. Я думаю, равноценный обмен. Так, ткань, да? Хорошо. Здесь у нас кока-кола. Уголь, нет, не надо. Ну и хорошо, и отлично. Я, в принципе, доволен. Кажется, не знаю, как вы, но я доволен. Так, а здесь у нас тоже что-то лежит. Оно. Так, детали мне нужны. Мне нужны детали. В любом случае, мне нужны детали. Сломанный пистолет-пулемет. У меня есть? Есть. Мокасины оставим. Детали заберем. Тряпочку тоже заберем. Все, хорошо. Здесь у нас... Пожалуйста, дай мне... Вот, продвинутые шестеренки, ребят. Три штуки. Отлично. Что могу сказать? Отлично. И эта штука нужна, и эта... Блин, а...
Тю-тю-тю-тю-тю-тю, трудный выбор. Хорошо, оставим. Оставим. Серебряная монета, значение 20. Сломанный военный жилет у меня тоже дома есть. По-моему, да? Или нет? Или есть? Ладно, шестеренки я в любом случае заберу. Механические детали я в любом случае заберу. Эту штуку я тоже в любом случае заберу. Что у меня тут есть? Так, голод, здоровье 300. Так, ага. 30 здоровья. А, 30 здоровья. Так, сори, что я так долго думаю, но мне вроде бы все надо. Вроде бы все надо, нет ничего такого, чтобы... Ладно, граната я не пользуюсь, да? Мы заберем. Монетка. Монетка мне не нужна, я лучше стекло одно заберу. Ну все, по большому счету. Ладно, давайте, чтобы поверить, не зря мы ее здесь оставили. Сделаем донде стала библиотеке. Шикарно. Все, забираем стекло. И уносим отсюда ноги. Так. Мне еще осталось, по-моему, найти, если не ошибаюсь, вроде три шестеренки. Вроде три шестеренки, и мы сможем с вами открыть наш этот, как его, наш четвертый уровень прокачки. Так, ля, чуть не пропустил. Блин, сколько здесь всего интересного. Хорошо, давай тогда металл сюда. Это мы изучим чертеж. Аквариум, ребят, понимаете, я аквариум нашел. Как думаете, нужно ли строить нам баску еще одну? Я думаю, по-любому, да? Так, бронзовая посудка. Блин, я хочу все забрать. Моя жадность говорит все. 5, 6, 7, 8. Все. Все, ребят, плывем домой и открываем четвертый уровень этого нашего электрогенератора. Все. В принципе, все. Как бы, как говорится, игру мы прошли. А чтоб тебя тут быть здоровье, пудинг. Просто не хочется наверх уже подниматься опять второй раз. Ой, ладно, все, Арчи, домой. Потому что скоро зомбаки через одну ночь приплывут, на нас нападать будет. Так что домой, все. Шикарно. Если что, на крайняк можно будет потом опять сюда загонять. И долутаться. Согласны? Я думаю, согласны. Блин, что-то как-то это сильно большая серия получилась. Ну ладно, я думаю, вы не против. Я думаю, вы не против, что она будет такой длинной. Или уже в следующей серии поставим, как думаете? Я предлагаю, наверное, в следующей серии, чтобы было интересней. Все-таки открыть четвертый уровень нашего исследовательского стола. Поставить генератор. Нам, по идее, должно теперь хватить и компонентов, и всего остального. И как раз попробуем в следующей серии, может, еще где-то покататься, облутать. Ля, тут даже что-то есть. Может, даже попробуем сюда сплавать. Как вам такая идейка? Да, наверное, так с вами поступим. Сейчас приплывем просто домой. И уже в следующей серии и продолжим с этого же самого места. Я даже ничего не буду вылаживать, ничего.
просто сохранюсь, а уже отсюда и продолжим. Тихо, 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 тихо. Все, ребят, всем, как говорится, спасибо за просмотр. Всем мур-мур, пока-пока и... Твою ж... Пока-пока, и до потом.